Всем приветик, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Secret Talk'а. И, как вы поняли уже по названию, сегодня у нас обзор на новую локацию в Toca Life World. А если даже точнее, то это не просто локация, а бесплатная локация. И сейчас вы могли увидеть, как я обновляла Toca, чтобы получить локацию. Первый раз я увидела подарок. Я сначала подумала, в смысле... А почему? А где локация? Почему подарок, а не локация? И тут мы сейчас с вами откроем подарочек. Кстати, насколько я слышала, то теперь подарки будут выходить каждый день. Вот такой вот блокнотик нам попался. Ну а потом, через некоторое время, я увидела, что и появилась новая локация. И вот так она выглядит. На самом деле она очень даже прикольно выглядит, и мне пока что еще даже непривычно. Но думаю, потом привыкну, как и ко всем остальным. Ну и теперь давайте же посмотрим, что у нас тут есть. На самом деле я была очень рада, когда зашла, и прям такая, блин, все, эта локация есть. Мне очень понравилась вот эта собачка, она очень миленькая, особенно для бесплатной версии, потому что, ну, мы знаем, что в бесплатной версии животных как бы мало, и для тех, у кого бесплатная версия только, и они не могут как бы задонатить, можно так сказать, это просто идеальная локация, ребят. Я думаю, что это просто плюс Toca, что они сделали бесплатную именно локацию, а не платную. В целом, мне очень понравилась посуда, точнее, кружки. Они выглядели, ну, необычно и очень даже круто. Реально, мне понравилось. И сама, в принципе, выпечка выглядит очень аппетитно, что мне уже самой хочется попасть в эту пекарню в реальности и все это попробовать. Классно. В общем... Коральки тоже мне очень понравились, они выглядят очень красиво, но я не поняла, почему к миналу нету карты. То есть, как расплачиваться, если ни в одной бесплатной локации нету карты банковской? Это, конечно, непонятно. Но, а в целом-то, очень прикольная локация. Нашла тут алмаз, значит, секретки никакой не нашла, но если вы нашли, то напишите об этом в комментариях. В общем-то, моя оценочка этой локации, наверное, будет 10 из 10, потому что, в принципе, она очень даже неплохая, и я уже знаю, какие можно снять видео с ней, с этой локацией. Кстати, кофемашина, она мне тоже очень зашла, очень крутая штука. Реально. Не знаю, добавили ли новую одежду, которая на персонажах в креатор одежды, но я думаю, что, скорее всего, да. Ну, может и нет, кто знает. В общем, мне зашла эта локация, поэтому я ей поставлю 10 из 10, потому что, ну, для бесплатной версии она просто прекрасна. Ну и даже не для бесплатной версии, а для платной она тоже очень даже... прикольное. Твое мнение об этой локации вы можете написать в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну а на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также будем ждать следующих подарков в Toca, потому что мне интересно посмотреть, что же нам будут дарить разработчики Toca-Boca. Каждый день. В общем, всем пока-пока и до встречи в новом видео.